с одной стороны, защищаться не надо, но, во всяком случае, Иисус, он не защищался, когда его там клеветали. Все, что он там мог сказать, он, когда ему сказали, что ты Сын Божий, хотя это не клевета была. И тут он ответил, что это ты говоришь, но вы говорите так. Поэтому я думаю, что защищаться не нужно. Библия говорит, что нужно предавать все праведному судье. То есть приходить это как бы перед Богом и говорить: Господь, все отдаю в твои руки. Но я бы не защищался, потому что Господь, он сам за себя постоит, если это нужно ему будет.